Спрятанное проклятое сокровище? Звучит очень интересно. Пещера далеко. Хорошо, что захватил ботинки. Это похоже на ключ, который открывает важную дверь. Возьму с собой. Фернандо, давние союзники Либертад. Но теперь они вынуждены бороться за выживание. Власти просто не дают им продохнуть. Что мне делать? Поговори с сеньорой Токой. Она пользуется авторитетом у местных фермеров. Узнай, чем мы можем помочь. Хорошо. Она сказала нашим, что фермеры уже готовы разорвать связи с Либертад. Но нам очень нужна их поддержка, Дани. Мне нужно в ту пещеру. Надеюсь, это была последняя пещера в моей жизни. Шикарно. Вот это я понимаю, еще раз сокровище. Вот, совсем другое дело.
Эсо. Все сложнее, чем казалось.